Слава! К Александру Асташонку пришла еще на «Фабрике звезд». Он стал не только ее победителем, но и солистом популярной группы «Корни». Получив признание публики, певец решил попробовать себя в актерском мастерстве и, надо сказать, довольно-таки успешно. Во многом его карьера стала такой благодаря супруге, ведь именно она создает комфорт в их загородном доме. Загородный дом Александра Асташонка находится в окружении вековых сосен, поэтому первое, на что обращают внимание гости, это чудесный воздух. Александр не стал на первом этаже возводить перегородки, а отдал все пространство под гостиную, объединенную арочным порталом с кухней и обеденной зоной. Ключевое место занимает огромный угловой диван, обивка которого удачно совмещает все цветовые узоры, полоску и однотонную ткань. Гармоничное сочетание оливковых и светлых оттенков подчеркивает коричневый контраст на кулисах и декоративных подушках. Окна украшены двойными шторами с ламбрекенами и коротким тюлем. Для уравновешивания цветочных композиций стены решили сделать однотонными и покрасили в нежный сиреневый оттенок. Классический дизайн может быть выполнен как в темной, так и светлой гамме. Александр выбрал для кухни гарнитур светло-молочного оттенка. В качестве декора фасады шкафчиков украшены цветочным узором с элементами состаренной позолоты. Бытовую технику выбирали на контрасте в темной гамме. Фартух из мелкой мозаики с перламутром на первый взгляд не совсем подходит к классике, но он неплохо вписался в светлый интерьер. Стены покрашены в базовый светло-сиреневый цвет, в тон подобран ковер с небольшим ворсом и цветочным узором. Александр любит готовить, поэтому на кухне он хозяин, а не гость. Он очень доволен результатом оформления интерьера и теперь старается проводить здесь все свободное время. Коллекции многих артистов брали свое начало именно с гастролей. Вот у Александра появилось интересное хобби. Он стал привозить красивые тарелочки из разных мест. Они не только служат украшением интерьера, но и напоминают артисту о местах, в которых он уже побывал. Ведь это намного интереснее и полезнее, чем привозить магнитики на холодильник. На второй этаж ведет классическая лестница с балясинами в светло-молочном оттенке. Нижняя часть стены отделана панелями из натурального дерева с фрезеровкой. Верхняя часть выкрашена в базовый сиреневый цвет и декорирована коллекцией тарелочек. На втором этаже разместились спальня супруга, в детской комнате и рабочий кабинет Александра. Для сохранения полной тишины стены обшиты современной звукоизоляцией. Теперь, когда приходит вдохновение в любое время дня и ночи, он может сочинять новые хиты под сводчатой крышей.